Всем привет! В связи с большим подорожанием газа у многих возникает вопрос, выгодно ли ставить газобаллонное оборудование на свой автомобиль. Газ уже доходит до 19 гривен, стоит ли вообще заморачиваться? У меня автомобиль Deo Nexia, объем двигателя 1,5, и я произвел нехитрый расчет. Установил я Евро 4, и езжу я немало. И вот что получается, 40 литров у меня влазит газа в одну заправку, 450 километров на одной заправке я проезжаю, и находим расход, это 8,89 литров. Цена газа 18,11, 18 гривен 11 копеек умножаем на 8,89, получаем 161 гривну расход затраты на 100 километров. Переходим к бензину. В бак у меня влазит 50 литров, 670 километров я проезжаю на одной заправке, 50 делим на 670, умножаем на 100, получаем расход 7,46 литров на 100 километров, цена бензина 31 гривна 95 копеек, и находим затраты на 100 километров, это 238 гривен 35 копеек. В год я наезжаю примерно 18 тысяч километров. На газу это получается, вот находим стоимость 1 километра, умножаем на 18 тысяч, 28 980 гривен. Но добавим еще сюда, примерно 2 раза я заправлю на полный бак бензина, на прогрев там и так далее. Это получается 3195 гривен дополнительного расхода и на обслуживание газа, ремонт, обслуживание, ну 1500 возьмем, добавим. И получаем на газу в год 33 675 гривен. На бензине затраты на 1 километр умножаем на 18 тысяч и получается 42 903 гривны. Что мы имеем? Экономия в год при моей езде 9228 гривен. Установка Евро 4 мне обошлась 13 тысяч с документами плюс 1000 регистрация Умрео. Это грубо говоря, там чуть меньше, но с поездками примерно 1000. Итого 14 тысяч. В общем, так как я езжу за год, это не окупится. Но мое мнение, что ставить все-таки стоит, если вы ездите довольно-таки много. Если вы ездите чуть-чуть, заморачиваться не стоит. Сейчас это не так выгодно, как раньше. Ну, это мое мнение. Ну, а на сегодня все. Я в конце оставлю мои расчеты. Можете посмотреть, ознакомиться. Пока.